друзья, мы сегодня в гостях у наших осликов. Опа, опа, опа. Смотри, как мама, как... Ну ты посмотри, ну это же папа. Ну да, он прошел мимо. Смотри, как поворачивается задом. Мама, ты чего распсиховалась-то? Ой, и вот это вот счастье. Мальчик такой, хвостик. Иди сюда, иди. Кусочек, кусочек. И тут прошла Оки. Думает, пока там выясняют родители отношения. Да? Ну вот посмотри, вот такие глаза, ну как вот? С такими-то глазами, ну как? Скажи, я все съем. Ластуня. Ластуня. Дай поглажку. Дай поглажку. Вот как. Вот, он молодец. Ты хороший. Папаня-то будем угощать? А папка? Нет, скажи. Скажи, я вам и папа, я вам и мама. Все мне. Да? Не жадничай. Не жадничай. Ты должен мама. Отдать кормящей маме. Иди сюда, мама. А давай я кинем. Туда так. Пау. А? О, не ругайся, прям. Ей же молочко нужно. Он еще не пожал, кидай ей. Поработай, поработай. Папа, кушай. Тебе молочко нужно. Защищает. И малыш молочко ищет. Оп. Не ругайся. Не ругайся. Кто у нас кормящая мама? Оп-оп. Да. Такое, мама. О, всех я загнала. Всех от своего счастья. А ты? Дайте, пожалуйста, интервью. Что вы можете сказать по данному поводу? Вон там маленькие козлятки тоже. Мама, ты такое чудо родила. Копия ты. Красиво. Да. Прямо себе родила. Прямо себе. Представляешь, какой он у тебя красавец вырастет. Красавец. Это такой кофе. И тут такие М. Что такое, что сидит, происходит? Вы там еще синее яйцо не снесли? Скажи, вас почему это интересует, да? Скажи, если снесли, то не вам. А, это же любопытные вороны. Что в соседней квартире делается, да? Из-за чего скандалят. Бобрик подошел сосать начал. Она сейчас собака пока не наест. Все, она же видит, что еще осталось. Все, дорогая. Идите малыша кормим. А тот-то бывается. А он ругается. Что? Несправедливая жизнь, да? Все женщинам и детям, да? Ты красивый. Не надо его бить. А то уже идет, уши поджимает. Все, уже видите? Поджимает уши и задний ход. Да, ты мама. Да, ты кормящая, да? Но все же хотят хоть по кусочку. Как-то так. О, да, я хоть поснимаю. Чудо наше. Нет, это и кушать не нужно. Такой маленький мини-ослик. С любовью из Тайгана.
тайгане продолжается бэби-бум. Каждый год чудо рождения.